Привет, ребят, меня зовут Ася. В этом видео будем смотреть Куплинов на свидании. А что там у нас по флирту, сейчас узнаем. Вы не забывайте подписываться и ставить лайки, если вам все понравится. И каждый день с 7 вечера по Киеву я веду стримы. Неизменно заглядывайте, поболтаем, буду ждать. Поехали. Па-п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 а. Эй, всем привет, друзья, меня зовут Дмитрий, это канал Куплинов Плей, игрушка под названием «Чек, пожалуйста», типа, дайте мне чек сюда. Управление схватить, перевернуть, клик ту старт, окей. А женщина с усами? А почему ты с усами? Это немножко темно здесь, ты можешь зажечь свечку? Да, бля, без проблем вообще. No problem. Ага, а как вниз-то? А вниз-то как? А, вот, надо... Ты поняла? Кто ты? Поняла, усатая женщина, как я могу? Я, блядь, маг и чародей. Окей, музыка, скорее всего, палевная, поэтому ее стоит заменить. Так, ну пока без проблем все. На, поджигаю, ёпти. Так, опа. Спокойно. Сейчас свет включается, а там не женщина. Аккура... Все, хорош, спокойно. Так, выкинь нахуй его. Че еще? Ты можешь... О. Сгорели усы, что ли? А, так ты все-таки... Бля, я думал, что темнота работает немножко наоборот. Я думал, что темнота как бы красит людей, но ни в коем случае не... А тут все наоборот. Это что, это ебальник такой недовольный сделала? Ты можешь немножко вина? Запачкал все, вино же не отстирывается. Ага, я пролил, я не специально. Пить? Чокаться? А, типа много, что ли? Ну ща, подожди, сейчас солью чуть-чуть. Физика, конечно. Блядь, испачкал, да? Реалистичность уровень 100. Она типа охуевает, что я алкаш, что ли? Подожди, мать. Нет, она офигевает, что вино на пол просто так выливают. Так пойдет, нет? Так, подожди, ты можешь чуть-чуть вина? Бля, могу, подожди. Ну не выебывайся! Сколько пойдет, нет? Капельку. А, тебе, что ли? Я думал, мне, бля. Это ей нужно налить. А до меня и не дошло. Если бы Куплинов не сказал, я бы не поняла, что в итоге надо-то... Теперь я понял, почему она охуевала. Она просит меня вина налить, я себе нажухал, сижу, нихуя не делаю. Окей. Извини. Теперь ясно. Извини. Я не специально, блядь. Я тебе реально говорю, я не специально, блядь. Иди в пизду. Так, спокойно. Тихо, 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 тихо. Да ёбаный в рот, все мимо сыпется. Во! Ты можешь feed me three meatballs? Can you feed me three meatballs? Покормить ее? Чё? Тебе моих митболов отдать? В смысле? Да ты чё? А в смысле? Платью хана. Раз. Уйди. Да блядь. Ты чё плюёшься? Ты охренела, что ли? Это какой-то вынос мозга просто. На. Сейчас бля, надо было, делать? Походу, перевернуть. Эта тарелка летает туда-сюда. Ага, раз митбол, допустим. Бля, уйдите. Так, секунду. Секунду. Митбол, идем сюда. Хорошо.
Раз, два. Не, что-то ей не нравится, судя по лицу. Она не этого хотела. Can you feed me three meatballs? Может, ей прям в рот? Или их надо вилкой надо передать? Бля, это что-то все сыпется, мать, я ничего не понимаю. Митболсы на первом свидании. Это заработало, нет? Я не виноват, все само падает, серьезно тебе говорю. Вообще ни при чем, на. Два. Да у тебя уже лежит три. Can you feed me three meatballs, сука, три мятных шарика. На. На вилку, что ли, три надо было насадить? Так я насадил тебе. Мать, я тебя насадил, ты че? Да что я сделал не так-то? Ты чё, блядь? Ну-ка. Я ща буду переводить переводчиком, нахуй. Feed me. Feed me. Пока... А, пока... Покормить надо было. Ну, я ж сказала. Иди нахуй, мать. Ты на чё меня позвала сюда? Я не в курсе ваших английских слов, блядь. Can you... Покорми меня. Feed me. Я думал, ты мне это... Че у тебя усы-то не падают? Так, ладно, я вот сюда пока положу. Ты можешь чуть-чуть винца? Да без проблем вообще. С винцом я уже понял, что делать. Окей. На, лови. Бля, не попал, мать, извини. Секунду. Хорошо. Можешь покормить меня тремя шариками? Вот тут без проблем. Тут все, тут окей, поехали. Хорошо. Так, спокойно. Уйди. Так, аккуратненько. Шарик. Ай. Ну шарик, сука. А, из моих, что ли, взять? Так, окей. На. Аккуратно. Ага, раз. Да, так бы сразу, ну, в конце-то концов. Ага. Зачем я усы, я не понимаю. Два. Что я сделал не так-то? Невкусные митболсы. Она, были. Походу, дело сильно разозлилась. Хорошо, не нужно, наверное, задевать предметы. Допустим, я не задеваю предметы больше, давай. Давай, я не задеваю предметы. Раз, хорошо, два. Давай, давай, давай. Ага, отлично. Допустим, все красиво, все хорошо. Угу, допустим. Ты чего такая грустная? Потому что митболс невкусная, значит, был. А, чуть-чуть винца, без проблем, без проблем. Спокойно, это я отодвину, хорошо. Ага, стоять на месте, блять. Хорошо. Вилки полетели, пизда рулям, спокойно. Я не специально. Отлично. Три мясных шарика. Бля, винцо падает! Сука, ладно, три мясных шарика. Только не злись, мать, только не злись, пожалуйста, только не злись. Не злись, все будет хорошо. Не злись, я уже все понял. Смотри-ка, раз, два, три. Три, все нормально. Четыре. Жри четыре, похуй. Не, сейчас разозлиться. Как поднять вверх ее? Так, ладно, бля, застрял. Не расстраивайся, мать, не расстраивайся. Все, несу. Несу, на, ешь, жри. Почему ты не жрешь свои сраные мясные шары, ебаный свет? Ты будешь жрать свое мясо или нет, блядь? Сука, я тебе сейчас ножом сама на мясо порежу, понял, нет? На, еб твою мать. Иди на. Мне кажется, свидание сейчас закончится чем-то плохим. Че, блядь, ты улыбаешься, не улыбается, заебал, ты улыбайся или не улыбайся, ёб твою мать. На, три мясных шара, блядь, вилку дай. Насаживай это говно, сука. Раз, два, три, хорошо. Не застреваем, блядь. Да она не едет, мясо застряло. Не злись, сука, я сказал тебе! На! Так, нет. Что не так, сука? Что тебе опять не нравится? Я тебя чё сюда позвал, что мне мозги ебало, что ли? Ты будешь жрать свое мясо нормально или нет, блядь? Не умею по-другому. Одна рука у меня, блядь. Не умею по-другому управлять. Кто-то ебалось до меня. Пойдем на свидание сходим. Покормишь меня шариками. Охуела, что ли? Бухать сюда пришла, блядь. Напоролся, уже ничего не понимает, дура, блядь. На свой сраный винцо алкота, блядь. Пей, сука. Нормально. Шарики, блядь, дала быстро мне. Ешь.
я что-то не так... Секунду. Can you... Сука. Can you feed me three meatballs? Meatballs. Знак вопроса. Вы можете кормить меня тремя фрикадельками? Могу, блядь! Могу кормить тебя фрикадельками! Ты не жрёшь, сука! Ты не жрёшь фрикадели своей, ёбаный свет! Не жрёт, а ты охуела, сказал тебе, жри, сука, весело. Фрикадели свои! Вина ей, блядь, вина! Хуйна! Это просто, понимаете, чисто когда ты деду в детстве сказал, что ты не будешь там что-то кушать, потому что ты это не любишь. Это вот просто один в один. Поняла, а не вина тебе! Вино где? Официант! Спасибо! Так, спокойно, нахуй. Жри вино. Пьянина, блядь. Все, три митболс. Уйдем нахуй. Один митболс дай. В рот ей засуну, блядь. Жри. Ну, что не так с этими бабами? Объясните мне, что не так с тобой? Ты же просила, покорми меня ебаной. Ну, сложные существа, женщины. Ну, вы сами подумайте, ну, кто бы из рук стал есть? Ну, вилкой же надо или ложкой? Ложкой еще не пробовал, ложкой попробуй. И фрикаделькой. Три сучих, сраных фрикадели засунь мне в рот. Рот, блять, открой, чтобы я засунул тебе туда фрикадельки твои. Чтобы я засунул тебе эти ебаные шарики в рот. Открывай шире, блядина, ща, я сожгу тебя нахуй, ведьму. Сожгу тебя, будешь выебываться, у меня спичка есть, все будешь знать, блять. Вина и пьяная сучья ведьма, блядь. Сгори в аду, нахуй. Что не так с твоими фрикадельками, объясни мне? Три фрикадельки, пожалуйста, кушай, не стерва рукой. Ебаная, я тебя нахуй зарежу, сегодня приду. Я найду тебя, я выслежу, где ты живешь, говори быстро. Быстро говори, где ты живешь, блядь. Я пробую последний раз. Мне так интересно, получится вино, у него, сука, или нет. Вино, блядь. Жри вино, тварь. Хорошо. Я покормлю тебя, блядь, своими фрикадельками, своей, сука, вилкой. Одну фрикаделю быстро мне шар один дали, блядь. Открывай рот, стерва! Рот открыла, быстро! Бледина, рот открыла, я сказал. Ну, вилкой опасно кормить просто. Можно же поколоть. Ложкой надо. Ссылка на плейлист в описании под видео. Подписывайтесь на канал, на паблик, на твиттер, на инстаграм. Комментируйте, ставьте лайки. Будьте терпимы. И если просите, блять, покормить вас фрикадельками, откройте рот и жрите. Не надо давать чеки, блядь. Просто открой рот и жри. Кем бы ты ни был, хоть ей, хоть мной. Открой рот и жри, если просишь, блядь. Все. Всем до встречи, всем пока. Ну, во-первых, с этих пор я всегда буду есть одна. Своими вот этими руками. Ни о чем никого просить не буду. И вряд ли я буду есть теперь фрикадельки ближайший год, как минимум. Ну... Знаете, было весело. Жалко, конечно, что не получилось все-таки накормить бедную женщину, которая, по всей видимости, была очень голодная. Ну, или не очень, если не ела. Ну, да ладно. Ничего страшного. Вы пишите, что понравилось вам больше всего в комментарии. И встретимся в следующем видео. Пока-пока.